учиться. Ну, конечно, это достаточно сложные инструменты. Тот, кто их выбирает, должен быть очень талантлив. В роли конферансье сегодня сказочные персонажи. Ребятишки младших классов 12-й школы им несказанно рады. Порядка сотни детей уже стали первыми зрителями новых концертов сказок. Нам представили необычную программу. Дети узнали о множестве музыкальных инструментов, о том, как важно учиться играть, как важно иметь талант, важно иметь терпение, о том, что музыка открывает для нас все новые и новые возможности. Примерно полгода назад музыкальная школа номер 3 предложила Муромскому театру «Кукол Франт» принять участие в новом просветительском проекте. Чем уже не начало музыкальной сказочной истории? Нашей задачей было театрализованно оформить данное мероприятие. И сегодня мы с большой радостью увидели в зале наших знакомых зрителей, знакомых нам по нашим спектаклям. Очень приятно, что эти ребята интересуются не только театром, но и музыкальным искусством. Через музыку познается мир и открывается дверь в прекрасное. То, что производит яркое впечатление на детей, остается в их памяти надолго. Главное – интересно преподнести. Я с радостью решила принять участие в новом проекте, где музыка берет начало. Я надеюсь, детям понравятся не только куклы, но и мое исполнение. Я буду исполнять дуэт кошек. В дуэте со Светой я играю роль второй кошки. Очень хочется, чтобы ученики начальных классов запомнили наше представление. Поэтому в нем участвуют не только музыканты, но и куклы, что делает наш проект ярче. Благодаря грантовой поддержке порядка тысячи детей окунется в мир искусства в сопровождении любимых героев из кукольного театра. Программа концертов сказок цикла «Где музыка берет начало» обширна. Всего предполагается провести 10 представлений. 8 из которых, 4 в первом полугодии, 4 во втором полугодии, будут проведены именно для организованных групп из разных школ нашего города. И 2 представления будут даны для зрителей, семей многодетных, допустим, да, то есть мам со своими детишками, которые просто захотят к нам прийти. Впереди у юных муромлян еще 9 удивительных концертов сказок. Напомним, что сценарий интерактивных представлений будет меняться. Ближайший показ состоится уже 26 октября в 13:00. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.